Несмотря на то, что праздник 8 марта только в понедельник, женщины уже принимают поздравления. От всего города, жители, от своей семьи, вашему коллегу большое такое огромное человеческое спасибо. Дай Бог вам всем здоровья. И Славянский район присоединился к всероссийской акции «Вам, любимые». В преддверии Международного женского дня депутаты городского совета Александр Лукаш и Иван Колодезный поздравили медицинский персонал Славянского инфекционного отделения с наступающим праздником, поблагодарив их за сложную и напряженную работу в такое непростое время. Спасибо большое. Мы очень это ценим, мы стараемся, мы работаем. Мы стараемся, чтобы все были довольны и все были здоровы, уходили все здоровыми от нас. Спасибо. Спасибо вам большое. Молодежный патруль, юноармейцы, молодая гвардия, а также волонтеры управления по делам молодежи также присоединились к всероссийской акции. Они с букетами цветов поздравляли женщин Славянского района с наступающим праздником. Представительницы прекрасного пола были рады такому вниманию. Поздравляем вас с 8 марта от администрации города. Желаем вам всего самого наилучшего. Спасибо, очень приятно. Спасибо, удачи вам. Не меньшую радость и удивление испытали женщины-водители, которых останавливали инспекторы ДПС. Вместо проверки документов они дарили женщинам цветы. Поздравляю вас с наступающим праздником 8 марта. Спасибо вам огромное. Документы предоставляю. Чуткие, нежные, добрые женщины – это начало всех начал. Недаром у французов есть пословица «Чего хочет женщина, того хочет Бог». Не забудьте поздравить своих женщин с праздником. Они расцветают от заботы и внимания. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».